Знаете, я давно это терпел, думал, что это все временно и что нужно просто потерпеть, но... Проблемы с доступом к joycasino.com? Добавьте цифру 1, чтобы получилось joycasino1.com. Так просто я, увы, не отделался. Дело в том, что русский YouTube заполонили детские видео, различные ужасы, которые почему-то называются челленджами, а-ля презервативы с водой на голову. И чертовы тренды с арабами! И я понял, что кто-то должен это изменить, внести на YouTube полезный контент, которого так не хватает более-менее взрослой аудитории, чей возраст уже успел перешагнуть целые 13 лет. Это пилотный выпуск, где я буду рассказывать вам о трех полезных вещах для различного рода деятельности или техники. Сегодня мы поговорим о трех вещах, которые, как я считаю, улучшат ваше КПД за ноутбуком. Начну с беспроводной мыши. Все, конечно, упирается в сферу деятельности. Я нашел в интернет-магазине TomTop очень интересный и дешевый вариант. Дешевая, функциональная и беспроводная удобная мышь. Также очень часто возникает вопрос нехватки места в вашем ноутбуке. И бывает очень неохота удалять ваш любимый фильм или игру. Но и эта проблема имеет решение. Вам нужен внешний жесткий диск. Выбор внешних жестких дисков в настоящее время огромен, но я нашел оптимальный по цене качества для обычного юзера, я считаю. И пусть вас не ставят в стопор ценник, это действительно лучший вариант за минимальные деньги. С большой емкостью в 1 терабайт и высокой скоростью. На этом я рекомендую не экономить, а то очень и очень будет обидно, когда в один прекрасный день вы включите компьютер и обнаружите, что он пустой. И ваш проект с проектированием дома для губернатора был безвозвратно удален. Ну и вы, наверное, думаете: так, я вставляю приемник для мышки в USB-порт, во второй внешний жесткий диск, и портов больше нет? И тут я тоже вас порадую. Очень, кстати, полезная вещь, рекомендую подобную иметь каждому. Есть, кстати, такая же, например, для новых MacBook Pro с Type-C. Собственно говоря, вот и все, ставь лукас и не забудь подписаться. Хотя, если ты вдруг смотришь челленджи и арабские песни, то не надо. Спасибо, друзья. Ах да, пишите в комментариях, на какую тему сделать следующую подборочку. Пока-пока.